А давай с тобой поспорим, то, что ты не успеешь поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Привет, друзья! Меня зовут Алексиус, и мы сегодня поиграем в очень крутые мобильные игрушки. Давайте начнем с игры Como Sniper. И что же нам здесь нужно делать? А, смотрите, я кого-то увидел. А как? А, вот так нам нужно прицелиться. И хедшотим, друзья. Вау! Это было круто. Окей, поехали дальше. Следующая миссия. Так, смотрите, замаскированный парниша. Он думает, что я его здесь не вижу. Но он ошибается. Так. А, это наш, получается, лагерь, да? Неплохо. Так, бэк. Ежедневное вознаграждение. Так, это еще люди, да, то есть нам нужно, наверное, их подстрелить. Ой, их здесь много. Не последний? Отлично. Так, возвращаемся. Ой-ой-ой. Получи, ты думаешь, я тебя не вижу, да? Так, а я тебя заметил. Я тебя заметил. Еще нам нужно найти... А, вот еще один парниша. И еще, ребята, где-то... А, вот, где еще один, смотрите. Блин, как четко они вообще замаскировались, согласитесь. Так, что мы здесь можем построить? Вот еще, в принципе, здание. Такое вот небольшое. Друзья, это бонус. Это просто бонус. А, сейчас еще меньше, смотрите. С каждым разом все меньше и меньше здесь конструкции. Так, 70. Отлично, ребят. Это просто мега пушечно. Я хочу еще пройти одну миссию. Мы будем открывать с вами другую игру. Так, здесь нам нужно подбить кого? Троих. Троих, троих, троих. Пока... А, вот первый. Раз. А, они все на куче. Все. Готово, друзья. Очень прикольная игра. Давайте будем открывать тоже следующую прикольную игру. Flying Cat. Это у нас уже 12 уровень. Мы можем, в принципе, наверное, себе что-то купить. Какие-то скины. У нас очень много денег. Мы просто нереально богатые здесь. Можно вот еще за 50 тысяч что-то открыть. Так, о, прикольный. Давайте-ка мы этим ножом поиграем. Так, и поехали. Короче, ребят, в принципе, здесь все очень просто. Разрезаем все. И зарабатываем за это денежки. Ой, как же это эпично. Немножечко игра поддергивается. Странно, почему? Так, мы не попали по Rainbow. Да, не попали. Ничего страшного. Так, миссия 13. Ребятки, обязательно ставьте лайкосик, кто еще не поставил, и подписывайтесь на мой канал. У меня очень часто, каждый день, выходят прикольненькие видосики. С очень прикольненькими игрушечками. Так, опа. Давайте постараемся попасть по Rainbow. О, да. Мы это сделали. И немножечко до бонусной территории мы не доехали. Так, можем поменять, в принципе, орудие. Давайте возьмем другую лезвие. Поехали. Ой, каких здесь много. Опа. Отлично. Отлично, отлично. О, снова шарики. Попадем по Rainbow. Смазали. А если бы я попал по Rainbow, я бы дошел, в принципе, до бонусной миссии. О, у нас так бонусная миссия. Давайте-ка мы ее еще пройдем и будем открывать что-то другое. Ой-ой-ой, сколько денег, ребята. Сколько здесь можно заработать денег. Прям целую кучу. Очень много денежек. И X50 есть? X25. Ребят, неплохо. Ник Спринтер. Окей.
Today is my first... А, сегодня, получается, первый день в школе у нас. Так, хорошо. Пранк нести, ребятки. Нам нужно пранкануть. So, boat paint back. Давайте вот это вот выберем. Ведро с краской. Who did that? Who pranked? Oh. Be naughty, get punished. Говорит, будешь себя плохо вести, будешь наказан. Сейчас мы что-то ей сделаем однозначно. А, все, миссия выполнена. Прикольно. Следующая миссия. Так, нам нужно попасть в игру. Oh. Take a peek, throw a ball. Бросай мне шарик. Убегаем, убегаем, убегаем. Так. Skateboard oil. Давайте масло выберем. Оу, щищ. Это было неверное решение, ребят. Мы получили леща. Поэтому сейчас нам нужно выбрать скейтборд. И что сейчас? Так, она пьет кофе. Нам нужно добавить что-то. Либо соль, либо лекситив. Давайте-ка вот этого добавим. Наверное, какое-то слабительное. Ой, я думаю, ей это не понравится. О, ребята! Мы пранканули ее очень круто. О, у нее что-то горит. У нее горит пятая точка, ребят. Пятая точка горит. И сейчас мы, наверное, что-то еще должны сделать. Или миссия выполнена. Such a nice music. Так, нам нужно записать. Есть. No, there you are. Убегаем. Ребят, очень прикольная игра, кстати, очень классная. Get Away 2. Ну что ж, и это наша машинка, ребятки, нам нужно куда-то удрать. То есть она постоянно газует, за нами гонится полиция. Мы можем просто уворачиваться в сторону, ребят. Ну, а полиция врезалась. О, мы тоже врезались. Так, ребятки, мы немножко нарушаем. Sorry, sorry, sorry. Так, полный вперед. О, эпично, эпично. Так, и полиция, разворачиваемся. У-у-у, другую улицу. Ребята, игра пушка. Просто мегапушечная игра. Так, тут тоже полиция. Тут тоже полиция. И мы ее так вот просто обходим легонечко, ребятки, легонечко. О, все, нас, наверное, поймали, нет? Почти. Почти, ребята. Ай. Так, нам нужно убирать с этого района. Ребятки, кто еще не поставил лайк, не подписался, обязательно подписывайтесь. У меня очень и очень весело. А, эти блоки меня останавливают. Так, здесь мы еще не ездили, да? Так, тут у нас тоже преграды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, мне крышка. Мне крышка, нас уже вертолеты ловят, ребят. О, жесть, все, машина дымится. Нет, мы пробили колеса, ребят, все. У нас уже колеса пробиты, нам крышка. Здесь долго нереально поиграть, потому что ловят, просто ловят.
Ну, я хочу вам сказать, мы довольно-таки долго продержались. Что мы можем сделать? Так. No War or Street. Смотрите, в чем прикол, что я вообще не нарушаю. А давайте будем просто прямо ехать. Еще немножко поиграем в эту игру, очень прикольная, согласитесь, да? Прям очень прикольная игра. Нас полиция не может поймать. Здесь еще какие-то вопросительные знаки. Давайте постараемся взять этот знак. Так. О, ничего себе! Мы подпрыгнуть можем, ребятки, несколько раз только, конечно же. Деньги. Смотрите. Вау, да сюда, Васики. Эпично, ребят, эпично. Так, и последний раз. Вау. Бум. Блин, там дальше еще полиция, ребят. Пробиваем этот блокпост. Следующий тоже пробиваем. Ребят, вот такая вот прикольная игра. Я надеюсь, она вам понравилась. Ну, а мы будем, давайте, открывать другую. Garden of Rainbow Monsters. И мы, посмотрите, какой бонус получаем. Это у нас Дед Мороз какой-то, куча денег и куча кристалликов. Так, давайте-ка мы попытаемся с вами пройти режим... так, Room Escape. Мне нравится этот режим, очень прикольный. Так, дополнительные бонусы нет, спасибо. Я и так, в принципе, пройду. Такой крутой скин, да? Так, опа, мы успели. Тут где-то бешеная курица, ребятки, бегает. Ау, фу, мы проскочили, ребят. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, парниша с дубинкой. Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фу. Ребят, убегаем, убегаем, убегаем. Финиш. Единственная миссия, которую я не могу пройти, ребят, это Maze Runner. Потому что это лабиринт своего рода. Нужно быть очень аккуратным. Желательно нам бежать за этими игроками. И главное не свалиться, ребятки, за эту дорожку. Если мы свалимся, то все, мы упадем куда-то. Короче, я надеюсь, что они все правильно бегут. Потому что в этом уровне, ребят, я еще ни разу не побеждал. Я просто полагаюсь на компьютер. Так, куда дальше? Куда дальше? Может, сюда? Может, нам повезет? Нет, мы в тупик пришли, ребят. Все, мне крышка. Я же говорю, что этот уровень я пройти не могу. Еще ни разу его не проходил. Все, и там вот курица, она бы меня поймала просто и слопала бы. Поэтому давайте выберем какой-то другой режим. Мой любимый, это вот Blood Hunt. Нам нужно здесь собирать таких вот каких-то воздушных пацанчиков. Сейчас посмотрите. Сейчас посмотрите, ребятки. Таких вот миленьких, они где-то вот по краям находятся. Вот, вот они. Вот еще два. Прям здесь два, ребят, возле нас. Прям возле нас. Окей. Кто-то не донес его. Хорошо. Мы успеем, ребят, мы успеем. Главное, чтобы тут монстра того не было. Так, давай. Ребят, единственный шанс, это то, что мы успеем. А, не туда пошел, ребят, я немножко не туда свернул. А почему местоположение его изменилось? А, нет. Мне пришлось посмотреть рекламу, ребятки, чтобы немножечко на 3 секунды продлить себе время, даже на 4, чтобы выиграть здесь. Ну и давайте еще пройдем один режим, Baby Bird. Тоже очень прикольный режим. Рекламку смотреть мы не будем сейчас, вначале, может быть, потом глянем. Здесь нужно собирать птичек, ребят, и рассчитывать нужно только на себя, потому что игроки, они их пропускают. Убегаем. А, вот, одну птичку подобрали. Вот тут у нас две птички имеется. Так, хорош. Тут есть еще одна. Я ее заберу. Все окей. Так, отстань от меня. Отстань, пожалуйста. Так, 22 метра. Где-то здесь, да, она, наверное. Там мы не успеем. Все, короче, мы не успели, ребят. А, кто-то вместо нас это сделал. К-
Круто. Hamster Master. Ну что ж, поехали. Это у нас какой-то туториал. А, ребят, мы им управляем. Смотрите. Прикольненько. Нам нужно ползти. Класс. Финиш. Все. Угу. Короче, мне понятно, ребятки. Бонусы. И хомячок сейчас будет кушать. Но мы этого не увидим. Ладно. Все, погнали, ребят. Первая миссия. Так, полезли. Прикольный хомячок, друзья. Давай. Проползем. Финиш. 10 ягодок заработали. Круто. Приятные бонусы, да, для нашего маленького хомячка. Так, и мы что-то открываем. Мы, наверное, открываем, ребятки, ему какую-то шапочку, да? Пока как-то легко. Опа! А, смотрите, 45, чтобы рекламу посмотреть, либо 15. Ну, 15 тоже, в принципе, меня устраивает. Ребята, обязательно смотрите ролик до конца, потому что сегодняшние игры очень крутые, ребят. И в конце мы с вами поиграем очень крутую игрушку, которая называется Skibidi Toilet. Которая очень трэшовая, ребят. Вы просто посмотрите на этот трэш. Так, поднимаемся. Поднимаемся. И... вау! Ну, знаете, друзья, долго в такую игру я играть не буду. Давайте будем, наверное, открывать что-то другое. Друзья, следующая игра — это у нас Horror Train Games. Это Чу-Чу Чарльз. Мы выбираем оружие, выбираем паровозик, на котором мы хотим ездить. И нам нужно... Я еще не знаю, что нам нужно здесь сделать. Сейчас будем разбираться. Так, нам нужно взять эту штуку. Берем. А, я... И взять потом еще вот эту штуку. Какой-то ключ. А, и подойти до паровозика, да? Jump to train. Так, хорошо, прыгаем. Так, мы запрыгнули, да? Ой, мы перепрыгнули, ребят, мы перепрыгнули. Так, нам нужно сделать вот так вот. И что сейчас? Ой-ой-ой-ой. Паровозик, паровозик без нас укатывает. Так, нам нужно взять пушку. Все, и мы должны стрелять по нему, да? Ой-ой-ой, как сложно управлять этой штукой. Ребят, посмотрите на этого монстра. Я вам хочу сказать, что управлять автоматиком довольно-таки сложно. Так, мы отбились. Отлично, просто, блин, мне нравится эта игра, ребят. Давайте-ка еще вторую миссию выполним. Надеюсь, эта игра вам нравится тоже. Так. Еще прикольно то, что здесь подсказки. Берем, наверное, эту штуку, да? Так, берем еще вот эту штуку. Find the chest. Нам нужно найти сундук, но это и есть сундук. То есть игра нам подсказывает. Так, это нужно взять. Turn on train. А, вернуться к паровозику. Ой-ой-ой, там уже кто-то бежит за нами. Ну как кто-то? Чу-чу Чарльз бежит за нами, ребят. Так, заводим нашу машину. Вот, вот он, вот этот монстр. И берем пушку. Ребятки, берем пушечку и... Здравствуйте. Fire. Отстреливаемся. У него уже намного больше здоровья, ребят, у этого монстра. Или столько же. Ха-ха-ха-ха. Получи. Получи. Ребят, прикольная игра. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду вам безумно благодарен. Еще немножечко, и мы его добьем. Есть, ребята, мы это сделали. А сейчас мы поиграем в игрушечку Blue Monster, ребят. Это что-то очень новое, прикольное. Так, берем этот кубик. А, нам просто нужно на него встать. Поставить сюда. Затем стрелочка показывает... А, все, миссия выполнена. Здесь, по идее, просто нужно выполнять миссии. Так, следующая миссия, ребят. Вот такая вот у нас. Так, тут уже тоже, в принципе, подсказка. И чтобы выполнить...
Ой-ой. Какая страшная музыка. Так, здесь нам нужно уже два кубика, ребятки, найти. О, парниша в клетке сидит. Давайте-ка мы на него посмотрим. Ребята, это же радужный человек. Вот такая, в принципе, была, друзья, вторая миссия. Нам, чтобы приступить к третьей, нужно просто зайти в портал, походу. И все. Так, приступаем к следующей миссии. И здесь уже человечек. Ну, это радужный человечек. Он уже, ребятки, выбрался. И нам будет сложно. Нам уже будет довольно-таки сложно. Так, у нас есть 4... Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? У нас 4 минуты, чтобы найти 2 шарика. Ой, 2 кубика. Вон второй где. Ой-ой-ой. Я что-то слышу. Я что-то слышу. Неужели это монстр? А, нужно еще в портал попасть, да? Что сейчас, ребятки? Что сейчас? Ну, монстр, в принципе, на свободе. И, скорее всего, что... А, мы можем уже прятаться в кубик. Ну, типа, понятно. Короче, это если монстр возле нас будет где-то лазить. И нам нужно собрать 5 блоков, ребят. Все, он вышел. Он вышел, и мы, по идее, можем выбраться. Да. Хорошо, что блоки подсвечиваются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто тут у нас такой миленький? Так, все, мы спрятались. А почему он меня съел? Потому что я двигался. Ну что ж, ребята, на этом свое видео буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачки и бай-бай.